Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году стартовал в 83 российских регионах. И в большинстве из них уже начались дорожные работы. Законтрактовано порядка 5000 объектов, что составляет почти 79% намеченного плана. В Чувашии из 54 объектов, на которых запланированы дорожные работы в текущем году, в том числе переходящие, законтрактовано порядка 80%. Дорожники вышли на большинство объектов. Напомним, что в рамках проекта планируются дорожные работы на региональной сети дорог Чувашской республики и на местной сети дорог Чебоксарской агломерации, в которую входят город Чебоксары, город Новочебоксарск, Маргаушский и Чебоксарский районы. Еще одна ключевая задача – контроль качества дорожных работ. Минтранс России напоминает – места проведения ремонта необходимо ограждать, заблаговременно информировать жителей о схемах объезда. А все нарушения, выявленные кураторами на дорожных объектах, фиксировать и устранять.